үчүн сиз элден кечирим сурай элексиз. 7 апрелдин батырларын бандиттер жана алкаштар дегениңиз үчүн кечирим сурай элексиз. Кандай адам өлсө дагы бата кылып Куран окуду кыргыздын милдети сиз аларга бата да түшүрбөйм, аларга бата түшпөгөн адамдар деген сөз. Муну үчүн сиз алардын алдында кечирим сурашыңыз. Өмүрбек Шикеш. Сиз бул заманда сөзсүз түрдө кечирим сурайсыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Жигит сөзүнөн жолбарыс изинен кайтпайт деген. Бул Адахан Мадумаровдун эл алдында айткан өзүнүн сөзү. Бирок бүгүн Адахан Кимсенбаевич жигиттик сөзүнөн кайтты. Дегенибиз мындан туура жарым жыл мурун менин жолум байлар жана олигархтар менен бирикпейт. Алар мамлекеттик кызматты бизнес менен алмаштырбашы керек. Менин көз карашым башка, алардыкы бөлөк деп айтканы бар. Иш жүзүндө өзү айткан сөзүнөн өзү кайтты. Ну, во-первых, это оплачено из фонда Атамикена, поэтому ясно, что это материал, видеоматериал Атамикена. Во-вторых, как вы поняли, я наоборот сказал, что по содержанию это все известные факты, которые были в открытой, значит, в открытом информационном пространстве. И считать, что это нарушение нет, можно только говорить о том, что оно тенденциозно подобрано. Только так можно говорить. Раз об этом уже мы говорим публично, мы обязательно должны вынести предупреждение, иначе у нас все участники избирательного процесса, вот сегодня, завтра, они начнут публиковать и общественности представлять материалы, которые нам неизвестны. Да, такой материал был в нашем эфире дня 3-4 назад. Но это агитационный материал самой партии. По как бы закону мы не имеем права вмешиваться вот в агитационный продукт кандидатов. То есть как есть, так они дают. То есть мы не имеем права вмешиваться в контент и указывать, что им давать, что им не давать. И на сайт мы такие агитационные материалы не вывешиваем.